Всем привет! Сегодня я решил сделать такой небольшой обзор прожектора. Вот, в данный момент у меня он установлен на фасаде дома. Вот, на самом верху. Сейчас покажу. Включается с помощью пульта. Так, вот у меня пульт. Так, сейчас, наверное. Так, вот так. Включается, выключается. Ну, давайте я сделаю подробный обзор, когда уже стемнеет, то есть будет уже полностью темно. Для начала я поднимусь на самый верх, чтобы показать вам подробно. Вот у нас прожектор установлен на третьем этаже. Вот я сейчас сам на третьем этаже. Так, включаем. Теперь давайте посмотрим, сколько реально потребляет. Насколько помню, было обещано 20 ватт. Ну, чтобы проверить, подключим вот такой прибор. Заказывал на AliExpress. Так. Так, у нас он выставлен в пределах измерения мощности, то есть можно выставить. Так, это у нас показывает, сколько уже потребил в киловаттах. Так, это на напряжение в данный момент. Так, это измерение силы тока. Так, самое минимальное было зафиксировано эти приборы, максимальное. Так, ну что ж, подключаем. Так, это он сейчас выключен. Теперь включаем. 22 ватта. Ну, то есть было обещано действительно 20 ватт. Так, ну что ж, отключаем это дело. Теперь дожидаемся ночи и покажу, как он ярко светит. Ну, довольно, в принципе, я уже проверил. Этот прожектор был куплен для того, чтобы заезжать в темное время суток, потому что мы когда приезжаем, ничего не видно, приходится фонариком подсвечивать. Ну вот, я когда стемнеет, покажу подробно, как он светит. Так, ну что ж, вроде стемнело. Так, вот он там прожектор на самом верху. Попробую сейчас его включить. Сейчас покажу, как светит. Включаем. О! Ну вот так, в принципе, освещает. Правда, не знаю, на камеру будет видно или нет. Ну так, в принципе, довольно ярко светит. Сейчас мы попробуем даже выйти. Так, сейчас я выйду на дорогу. У нас здесь вот эта дверь идет как раз на дорогу. Не знаю, видно будет на камеру или нет, но вот так, да, к сожалению, плохо видно, потому что камера немножко отсвечивает. Ну вот у нас здесь такая дорога, а вот сам фонарь. Я уже проверял, со 100 метров действительно действует, то есть можно, я вот сейчас с дороги прям
Выключу. Включу. И давайте сейчас я попробую еще раз показать, как оно будет уже светить. Уже опять зайду на третий этаж и уже оттуда попробую снять. Так, ну что ж, поднялся на третий этаж. Прожектор настолько яркий, что аж немножко сюда светит в окно. И немножко видно. Так. Открываем окно и вот, как видим, довольно-таки ярко светит. Не знаю, будет на камеру, не будет, но так немножко светит на дорогу, еще раз говорю, и как раз немножко освещает участок. Ну что ж, закрываю я окно, выключаю прожектор, и на этом все. Спасибо всем за просмотр, за внимание. Это был, как говорится, небольшой обзор прожектора светодиодного. Так что всем пока.